Во Всероссийском детском центре «Смена» стартует образовательный проект «Шахматы в смене». У мальчишек и девчонок со всей России появилась уникальная возможность научиться и узнать побольше об этой интеллектуальной игре от гроссмейстеров. На церемонии старта проекта присутствуют известные шахматисты. Очень хорошо, что руководство занялось вплотную этой шахматами обучение детей, так достаточно сейчас, можно сказать, в тренде. То есть, особенно в России сейчас шахматы в школах программа вступает, и, соответственно, здесь будет это очень интересно. То есть с нашей стороны, конкретно с моей, с нашей командой, постараться найти, подобрать хороший персонал тренеров, который сможет с детьми с этими работать. Поэтому это, конечно, очень хорошая такая задумка. Уже в первый день сменовцы смогли сыграть дебют с российским шахматистом, гроссмейстером, чемпионом России по быстрым шахматам 2013 года Михаилом Панариным и полномочным представителем Российской шахматной федерации в Краснодарском крае Владимиром Сметаной. Я считаю, что шахматы – это важнейшая часть обучения детей, что данная игра развивает не только логику, но и развивает тактическое мышление. То есть, когда ребенок учится играть в шахматы, он начинает продумывать про себя ту или иную тактику нападения или защиты. Иными словами, он учится продумывать свои действия, а не действовать наобум. У себя в городе я играю за школу в школьных турнирах, там между школами. Довольно интересно. Играю так на среднем уровне. Сейчас очень интересно, на самом деле, никогда не играла с такими профессионалами. Очень интересно, что выйдет в итоге. Сегодня во Всероссийском детском центре «Смена» успешно реализовывается федеральный проект «Самбо в школу». Каждую смену мальчишки и девчонки учатся приемам этого вида спорта и самообороне. А по окончанию смены получают книжку самбиста. Теперь в смене настало время новых чемпионов по шахматам. Пожелать заниматься, время свое занимать чем-нибудь интересным, то, что нравится себе, пусть даже не на профессиональном уровне. Пусть шахматы для кого-то останутся просто хобби, если я конкретно именно про шахматы. Для кого-то, может быть, это станет какой-то профессией, кто-то больших успехов добьется. Главное, чтобы занимались чем-то и каждый день свое мастерство оттачивали,